Она не растерялась и совершила настоящий подвиг. Пятилетняя Софья спасла жизнь пожилой женщине. Подробнее расскажет опять же Евгения Цветкова. В тот день все было примерно так же. Ближе к вечеру Соня со своим крестным пошли в лес недалеко от дома. Собирая ягоды, девочка прошла чуть дальше и споткнулась. Я потому что там малину ела, и вот я бабушку нашла. Мы пытались поднять бабушку и не смогли. Обессиленная пенсионерка лежала на траве. Пятилетняя Соня не растерялась и позвала на помощь взрослых. Такой мутный взгляд, испуг у нее был на лице, конечно. На вопрос, что ее беспокоит, она говорит, болит все. Имя назвала. Имя назвала, но не свое. Как выяснилось позже, это оказалась Горячева Лариса Николаевна, 78 лет. Ее родственники пытались найти уже двое суток. Мама у нас больной человек. Калитка была открыта случайно. Она у нас вышла, и мы ее стали. Вот с вечера она у нас... Полдевятого она вечера у нас вышла. И вот с полдевятого до 9 часов другого дня мы ее искали. Розыск осложнялся состоянием пенсионерки. На помощь в поисках родственникам пришел отряд добровольцев. Но в нужное время и в нужном месте оказалась пятилетняя Соня. Таким поступком София нам показала хороший пример того, что каждый человек может прийти на помощь, каждый человек может спасти пропавшего. Сейчас пенсионерка уже дома и чувствует себя намного лучше. Да, мы без тебя бы не нашли бы нашу маму. Спасибо тебе большое, доченька. Ангелочек нашел нашего ангелочка, нашу бабушку. Ты наши подарки получила, да? Тебе понравились? Ну, мы очень рады. Спасибо тебе большое. И дай Бог тебе успехов во всем. Сонечка в свои 5 лет, конечно же, многое понимает. И уверена в том, что совершила настоящий подвиг. Об этом уже знают в детском саду и гордятся своей воспитанницей. Сонечка у нас очень веселая девочка, добрая, отзывчивая. Поэтому я не удивляюсь, что она может сделать такие поступки. Сонина мама тоже гордится, но считает, что дочка поступила именно так, как и должна была. В принципе, вот это чудо, как они вообще здесь оказались. Просто вот как Господь, что ли, их вел. А пока клинский поисковый отряд «Лиза Алерт» готовит для Сони почетную грамоту за проявленную смелость и отвагу. Евгения Цветкова, Максим Максимов, Наталья Красавина. Новости дня.